Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Ну, хотя бы потому, что я против всех, кто обычно этим правом пользуется. Смотрите, Жириновский повел свою партию в парламент, когда мне было, если не ошибаюсь, 12 лет. Явлинский и Зюганов, когда мне было 15 лет, впервые, надо сказать, с удовольствием проиграли президентские выборы. Когда мне было 18, я училась уже в институте, Владимир Путин стал президентом России. Дети, которые родились в тот год, в этом году уже сами пойдут голосовать. Вот просто вдумайтесь в это. А ведь может случиться так, что уже когда мой сын пойдет на выборы, и в списках кандидатов будут по-прежнему Зюганов, Жириновский, Явлинский, Путин, их дублеры и бесконечные заместители. Я против этого. Уже 5 лет вместе с оппозиционерами, вместе с десятками тысяч других людей, мы выходим на улицы страны и требуем перемен. Но тем, к кому мы обращаемся, перемены эти явно невыгодны. Их все устраивает. Воры и коррупционеры продолжают врать, власть имущие воровать. Попы и силовики уже указывают нам, что читать, что смотреть и даже кого любить. Многие предлагают бойкотировать эти выборы. Ну, действительно, можно просто никуда не пойти. Зачем вообще ходить на эти выборы, если те кандидаты, которые есть, нам надоели, а других, настоящих, все равно не пускают? Но вот если вы не пойдете, то как понять, что вам не все равно? Как понять, что вы именно против? Как сделать так, чтобы ваш голос был услышан? 5 лет назад я поняла, что если каждый из нас, вместе и поодиночке, не будет пытаться что-то изменить, наша жизнь с вами будет ужасной, она будет невыносимой в этих условиях. Нас будут арестовывать за убеждения, обливать зеленкой. Наши дети будут мечтать уехать из страны. Навальный и другие независимые политики будут сидеть в тюрьме, и ничего, ничего не изменится. Как показать, что нам не нравится то, что происходит? Когда-то для этого была графа против всех. Она гарантировала, что ваш голос не отдадут никому из кандидатов. Но эту графу у нас забрали, чтобы наши голоса было еще проще украсть, чтобы оставаться у власти как можно дольше. Я хочу вернуть ее. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Это наш мирный и законный способ сказать: хватит, ребят, ну хорош. Ну правда, ну вы все достали. Вместе мы очень сильны. Что бы они ни обещали, за что бы они ни выступали, мы выступаем против. Против них. Против всех. Ксения Собчак. Кандидат против всех.